Я зовут. Блин, как так отговорила? До 1К 400. В общем-то, алмазиков не хватает. Бобиков, не алмазиков. Спасибо. Футболом раньше не занималась. Футболом нет. Бегала раньше. Нет, не буду ничего показывать. Все, хватит. Тут не извращенцы собрались. Джейкоб. Триста шестьдесят. Да я раньше бегала, но я не профессионально, а так мне просто нравилось. А потом лень стала. Раньше там наушники и побежала. Ой, блядь. Что тебе там, блядь, показать-то надо? Ой, из меня спортсмен, как из деда балерина. Спасибо за фигуру. Вот оно. Все. Бля. Ну хорэ уже, а? Все. Разогнали тут на ночь. Нет. Нет, не замужем. Что-то на каждого реагируешь. Надо просто, наверное, действительно пропускать, не отвечать. Тут один только спросил, началось. Ой, не пизди давай. Спасибо. Да я не в Волгограде сейчас. Вот, буду пропускать, да. Что на уличке творится? Это капец. Интересно, не секрет. Секрет. Огромный секрет. Четыреста пятьдесят один бобик до тысяч. В другом культурном городе. Кинг, привет. Джейк. Спасибо большое. Добиваешь мне косарик.
Привет. Хорошо, что улыбнулся. Подписки будут только после донатов. Тогда за эти эфиры, что зарабатываешь. Я официально ведущая, и если выполнить план, за это еще дают зарплату от мига. Но до плана, мне кажется, я даже до минимального не дойду. Минимальный вроде 10 тысяч кубиков у меня там. Ты серьезно? Ой, какой. За один эфир? Да нет, конечно, ты чё, с ума сошёл? Я тебе про бабы говорю. Я точно даже не помню. Ну, блин. Да сложно там как-то. Там надо определенное количество бомбов, часов, не знаю, там что-то все выполнить, короче, все пункты. И только потом уже. Я не шарю, я еще ни разу план не выполняла. Пойдем гитару послушаем. Ее слушать. Блюз терпеть не могу. Мне это неинтересно.